Всем привет! Вы на канале про трейдинг и инвестиции. И в этом видео первые минуты после листинга криптовалюты ВУ. Ее запускают в нескольких торговых парах. Я запишу пару с USDT и посмотрим, насколько изменится цена. Это один из первых листингов после Нового года. Давно Binance ничего не анонсировал. И вот наконец-то мы дождались листинга. Ну, будем смотреть. Начался листинг. Первую минуту было больше 23%. От 0,68 до 0,87. Объем торгов довольно быстро растет, поэтому наблюдаем, как изменится цена. Но если вы посмотрите все наши прошлые листинги, в 90% случаев цена идет на коррекцию после первой минуты. Поэтому заходить в первые минуты очень опасно на листинге, и лучше выждать уже окончания коррекции.
Итак, прошло уже 20 минут, есть какая-то волатильность, и можно уже немножко поторговать. Все, будьте аккуратны, всем спасибо за просмотр, всем удачной торговли, обучайтесь, зарабатывайте, и я думаю, что у вас все должно получиться. Всем пока-пока!